Ну что ж, а сейчас будут рецепты из Франции. Встречайте, у нас сегодня в студии Мигель де ля Круз. Мигель, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Бонжур. Бонжур. Прошу, проходите, пожалуйста, к нашему столу и расскажите, что это у вас здесь. Это у нас цветная капуста под соусом по-французски. Ага, Ольга вот. Владимировна, это все для вас. Расскажите, пожалуйста, а чем, как вам кажется, это блюдо может быть полезно нашей героине? Ну, вообще, у нас говорят, что капуста – это как отображение красоты. Так что всегда мы кушаем капусту, чтобы были всегда такие красивые. И особенно говорят, что это поможет для зубов, чтобы иметь такие белые зубы. Поэтому мы всегда уливаемся везде. Скажите, как делается вот этот соус? Что в нем такого особенного французского? Да, давайте попробуем, кстати. Да. Попробуем, конечно. Давайте. Вот там у нас основное, там капуста. Еще там молоко, сливки, яичный соус, томатный соус. Вкусно? Вода. Попробуйте. Да. Но это очень легко тоже готовится, да? Мы сначала оставим цветная капуста, барин капуста. Там, естественно, до этого бросим немножко молоко. Потом оставим на 5 минут, без огня, без всего. Потом возьмем все вот это и готовим соус. Ну, смотрите, все одобрились, всем это понравилось. Спасибо большое. Благодарим вас. Прошу, присаживайтесь, пожалуйста.